1 января 2020 года государственные пособия будут выплачены всем многодетным семьям. С четырьмя детьми – 42 500 тенге. С пятью детьми – 53 125 тенге. С шестью детьми – 63 750 тенге. С семью детьми предусмотрено 73 375 тенге. Также будет внедрен гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей. Детям от 1 года до 6 лет предоставляется продуктовый набор и гигиенические средства. Дети в возрасте от 6 до 18 лет будут охвачены горячим питанием в школах, учебными пособиями, школьной формой, бесплатными медицинскими услугами и будут возмещены затраты на проезд до школы.